Вітаю! В ефірі телеканалу «Репортер студія». З вами Крістіна Черновалова. І сьогодні наш ефір присвячений Міжнародному дню профілактики раку передміхорової залози. До нашої студії сьогодні завітав Сергій Філіпов, заслужений лікар України, завідувач урологічним відділенням Одеського обласного онкодиспансеру. Вітаю вас! Да, вечір. Хочу розпочати нашу розмову з тези деякого спеціаліста. І хочу, щоб ви її чи спростували, чи підтвердили. Отож, практично у кожного сьомого чоловіка лікарі знаходять рак передміхорової залози. За статистикою, майже кожен третій новий випадок раку простати виявляється абсолютно випадково. Захворювання прогресує повільно, симптоми з'являються вже на третіх-четвертих стадіях. Чи це так? Не зовсім так, тому що рак предстательної залози розвивається медленно, його можна своєвременно виявити, треба тільки мати бажання. І ще. Значит, я приведу статистику более приближенную к нашему региону. У нас ежегодно заболевают 400 где-то пациентов и умирают от рака предстательной железы где-то 140 пациентов. Причем эта статистика держится стабильно, и рак предстательной железы занимает второе место по распространенности после рака легких. Вот. Потому говорить так, что рак предстательной железы проявляется симптомами только в конечных стадиях, это не совсем верно, потому что до конечных стадий можно не доводить. А какие же есть симптомы, основные симптомы? Значит, специфических симптомов рака предстательной железы нет. Он часто маскируется и часто сочетается где-то в 70% случаев с возрастными изменениями в предстательной железе, доброкачественной гиперплазией предстательной железы. А симптомы – это затрудненное мочеиспускание, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, ночные мочеиспускания частые. И вот при появлении этих симптомов, а эти симптомы появляются у мужчин где-то в возрасте 50-60 лет, надо обязательно появиться на приеме у уролога. И с этого времени целесообразно находиться у него под наблюдением. Тогда никаких не будет вот таких, о чем вы говорили, поздних стадий и поздних проявлений. А что касается поздних проявлений, то это, когда появляются симптомы рака предстательной железы, то это действительно уже метастатическая форма, когда уже есть костные метастазы или метастазы органные в органах, в печени или в легких, и это уже тогда человек, в общем-то, практически уже вышел на фінішною прямою. Тобто основним фактором ризику для чоловіків є вік саме? Вік, так, звісно. Значить, возраст – це основний фактор ризику. Чим довше живуть мужчини, тим вероятніше, що у них возникне рак предстательної желези. Но я сразу хочу сказать, что не нужно ждать этого времени. И надо, поскольку рак предстательной железы развивается очень медленно, его нужно активно выявлять. И вот таким первым, что ли, способом активного выявления является определение теста простатического специфического антигена. Этот тест доступен в нашем регионе и вообще в Украине для всех мужчин, которые пожелают его сделать. Это иммуноферментный анализ, и благодаря которому можно выявить рак предстательной железы на очень ранних стадиях, когда любое лечение, а лечение рака предстательной железы эффективно, и можно полностью излечить это заболевание. Потому вы понимаете, какое значение приобретает вот определение этого теста. А как щодо спадковості? Тобто, якщо, наприклад, хворів батько, яка ймовірність того, що, скоріш за все, цим хворіти буде і син? А потім його син, якщо буде? Ну, в общем-то, в этом есть резон, потому что некоторая наследственная предрасположенность у прямых родственников. Вот как вы сказали, если болел отец, то сыну надо быть более бдительным. И сыну его, и его сыну тоже надо быть более бдительным, потому что наследственный фактор имеет значение. И он имеет значение достаточно значительно, в значительном проценте случаев. Є ще така інформація, що насичена жирами калорійна їжа також сприяє виникненню раку передміхорової залози. І ось що вегетаріанці хворіють рідше, ніж люди, які
кушають м'ясо, молоко, яйця у великій кількості? Ну, это тоже не совсем так, потому что доказанный фактор – это возраст, риска. Все остальные факторы имеют вспомогательное значение, но это, конечно, вот употребление умеренное количество мяса, значит, следить надо за весом, потому что лишний вес тоже предрасполагает. Нужно избегать, допустим, ну, большого, вот если мясоеды, то действительно у них шансы больше заболеть раком предстательной железы. А вот люди, которые, ну, не обязательно вегетарианцы, но если они употребляют много овощей, если пищу богатую клетчаткой употребляют, если ведут здоровый образ жизни, следят, чтобы не было лишнего веса, вот те наверняка уменьшат свои шансы заболеть раком предстательной железы. Расскажите более детальнейше про методы диагностики рака простаты. Значит, мы уже начали с вами говорить о методах диагностики. Значит, человек, который достиг 50-60-летнего возраста, должен обязательно сдать тест на, в общем-то, он не является специфическим для рака предстательной железы, но является очень важным фактором, по которому можно сориентироваться, может ли у человека развиваться рак предстательной железы. В конце прошлого века обнаружили в организме человека так называемый простатический специфический антиген, аббревиатура PSA по-русски или PSA по-английски. И вот увеличение концентрации этого антигена в крови, который определяется иммуноферментным анализом, который доступен в Одессе во всех лабораториях у нас продвинутых, ну и в том числе и в первую очередь в иммуноферментной лаборатории областного онкологического диспансера. И вот определение этого теста, повышение этого теста должна заставить человека, мужчину, обязательно обратиться к урологу. Тогда уже выступают другие методы исследования. Обязательно пальцевое ректальное исследование предстательной железы, которое, в общем-то, достаточно просто и осуществимо и имеет большое диагностическое значение. Ну и дальнейшие уже более такие методы современной визуализации – это ультразвуковое исследование с ректальным датчиком. А если надо определить распространенность опухолевого процесса, то тут имеют значение и компьютерная томография, и ядерно-магнитно-резонансная томография, и проекционная эмиссионная томография, и просто рентгенологические исследования, потому что рак предстательной железы распространяется в лимфатические узлы таза, в первую очередь метастазирует, во вторую очередь в кости скелета, а потом в легкие и в печень. Исследование этих органов позволит обнаружить уже і розпространенність опухолевого процесу. Ось ви сказали, що обов'язково в 50 років всі так, чоловіки 50 повинні. А як на практиці? Чи приходять вони? Приходять. Діло в тому, що ми достатньо багато усилий в плані санітарного просвіщення тратимо на те, щоб люди, дійсно, мужчини в 50-літньому віці обов'язково пройшли цей тест. Ну и когда это популяризируется, и когда доступность этого теста у нас очень на высоком уровне, потому, в общем-то, приходят. Приходят, обнаруживают, лечатся и выздоравливают от рака предстательной железы, потому что лечение рака предстательной железы достаточно хорошо разработано, и, в общем-то, можно избавиться от этого заболевания. Ось вы сказали, что оно очень хорошо развито. Які є методи лікування і наскільки ефективні вони зараз не тільки у нас в Україні, а зокрема в Одеській області? Ну, в Україні, як і в Одеській області, як і во всьому світі, лікування рака предстательної желези ефективне. Причому ефективне в будь-якій стадії. Тому я пропоную всім нашим, як говориться, якщо вдруг случайно прийдеться столкнутися з цією проблемою, не вішати нос, а йти і лічитися, і лікування довге час. В любой стадии, в долгое время человек хорошо себя чувствует и с высоким качеством жизни может принимать лечение, которое не очень обременительно. Вот если это идет речь о гормонотерапии или о лучевой терапии. Вот. Но лучшим методом лечения является операция, радикальная простатэктомия, которую делают во всем мире. В Америке, где распространенность рака
предстательной железы больше, чем в Украине, даже придумали робот специально для оперативного лечения. Этот робот называется «Да Винчи». Вот. И там буквально все больницы вот такие вот достаточно высокого уровня оснащены этим роботом. Это уже получается не непосредственная операция, а как бы хирург сидит с джойстиком в другом помещении, а манипуляторы выполняют оперативное лечение. 21-е столетие. Да, 21-е столетие. Но на конгрессах всех урологических решили. У нас, к сожалению, нам пока в Украине это очень дорогостоящая система и дорогостоящее обслуживание ее. И потому у нас есть пару этих Да Винчи, пару роботов для этого. В Киеве есть. Ну, а наши соседи и в Чехии уже, и в Турции активно предлагают медицинский туризм для того, чтобы наши пациенты ехали туда. Но я вам скажу, что открытая операция ничуть не хуже. Она выполняется из небольшого доступа, но это, в общем-то, также эффективно и также можно выполнить нервосберегающую операцию, что имеет значение. Вот. И у нас в Одесском областном онкологическом диспансере ежегодно мы выполняем где-то 60 таких операций. То есть все пациенты практически, которых мы выявляем в той стадии, когда можно предложить операцию, эта операция выполняется успешно, и все сотрудники урологического отделения владеют этой операцией. И эта операция у нас на потоке и уже является рутинной. Потому, а эта операция, если она в ранней стадии выполнена, то, в общем-то, может полностью решить все проблемы этой болезни. Ось ви сказали, що в Америці більша захворюваність на цю хворобу, ніж у нас. Чому так? Ну, это считается рак предстательной железы болезнью цивилизованных стран. И мы в этом плане уже приблизились к такой стране, как Соединенные Штаты Америки. Кроме, вот мы начали о радикальной операции, которая является, безусловно, лучшим методом лечения, еще хороши в этом случае лучевая терапия. Лучевая терапия может быть дистанционная, а может быть интерстициальная, то есть непосредственно в предстательную железу, вот так же, как делается пункционная биопсия. Кстати, мы не сказали о пункционной биопсии, обязательно надо упомянуть, что без того, чтобы морфолог обнаружил вот в ткани, которая берется при биопсии, раковые клетки, диагноз не может быть установлен. Ну, ось я тоже читала, что биопсия – это найефективніший та найперший метод діагностики. Ну, он первый, для этого надо прийти для биопсии, для этого надо сдать тест, понять, что он повышен, посоветоваться с урологом, пройти предварительное обследование и обязательно сделать биопсию, потому что только биопсия позволит установить точно диагноз. Эта биопсия у нас амбулаторная процедура под контролем ультразвукового аппарата, выполняется всем, кому она необходима и кто обращается в областной онкологический диспансер. Так что с этим тоже никаких проблем нет. Но это является действительно, как говорится, для всех времен и народов несомненным подтверждением диагноза. И только это. А як все-таки для профилактичних заходів? Тому що краще не захворіти все ж таки. Ну, ми ж вже сказали, що боліють дуже багато чоловіків, причому чим старше, тим чаще. Але все ж таки, можливо, правильне харчування, спорт, от ну, що? Ну, от є, во-первых, я хочу сказати, що переболіють більшість чоловіків раком предстательной железы, але для многих людей это клинически незначимый случай. То есть он себе может прожить 80 и больше лет. К сожалению, у нас люди живут меньше, и они часто не доживают до своего рака предстательной железы. Если речь идет о человеке 80 лет, у которого начал развиваться рак, то ему вполне хватит его здоровья для того, чтобы естественной смертью умереть, а не от рака предстательной железы. Понимаете? Дякую вам велике. Я нагадаю, сьогодні наша студія присвячена Міжнародному дню профілактики раку передміхорової залози. До нашої студії завітав Сергій Філіпов, заслужений лікар України, завідувач урологічним відділенням Одеського обласного онкодиспансеру. Я Крістіна Черновалова. До нових ефірів та гарного вам вечора.